Господа, здравствуйте. Сразу начнем турнир. Или показать вам. Вчерашний день А отстояла. И больше никто не нападает. Так что Кирилл в костюме нормально стоит. А то мы в альянсе спорили. Как надо так или сяк поставить. В общем, команду я опять радужную собрал. Пошли воевать. Зеленые вообще нам не надо. Желтые. Угу. Давайте вот так. Блин, началось. Корешки плодит. И вот так комбо. Синие, думал, уйдут. Ну это все, ребят. Сейчас будет всемирный потоп. Ну да. Еще рану Ригарду поставили. Ой, блин. О, кристалл синий. Блин, а ему все равно не хватило, а она зарядилась. Прикол, да? Ну, да, конечно, сюда. Я вообще с этой игры. Надо же, ну вы что, издеваетесь? Что началось-то с войны? Началось и не кончается. Выносят прям... Без вариантов называется. Опять было бьет. Кристаллы типа пора отдать, да? Ну, ладно, на, держи. Эгир. Ригард. Ну-ка, подождите. Есть кто-то у меня, кто снимает там? Ерунду ионную. Соня только в костюме. Опять слабоват, лишь бы я не получился. Да, погнали. Там бьющих мало. Ну как мало? Там в углу он. Как начнет бить. Так вот, так сделаю. И начну травить. Так, так, срезаю. Бью и вот так бью. И красного бы зарядить. Ой, в Ригарда-то зря. Они нормально. А чё они так быстро отлетают? Не понял, чё слабого соперника дали, не посмотрел. Поджигаем. Блин, ну обидно, всосал, в принципе, мог победить. Дали бы чуть-чуть камешков, один раз бы зарядиться. Сюда, сюда бьем. Магний один остался. От синих защита стоит. 360. Не густо, да? Сейчас насобираем, ребят. Подождите секундочку. Прорезаем, бьем. Да, убили. Ну, давайте еще. Так. Просто наносит урон, да, он? Погнали. Еще один кристалл. Что-то вы меня кристаллами радуете. Так вот, троечку соберу. И травить начну. Теперичи. Красный, да, вот так.
И не успел я защиту от красных и от синих поставить. Немножко получим. Один камень фиолетовый еще надо, чтобы бахнуть. Чтобы Клариса еще раз зарядилась. А мне его не дают. Да, а сейчас я Абакана заряжу. Ладно, что, скрипты опять. Подхил нужен. А то отстану на ходок и все. И начнут чехлить меня. Так, вот так. Красный. Да, давайте бахнем вот так. Урсена. Пух, отлетела Урсена. Мощное усиление, же турнир, надо не забывать про бафы, это что-то совсем про них позабыл. Бафнулся как летит, и поляна сразу убивает всех. Да. Давайте еще. Так, опять мужик с молотом. Атаку режет, а вот это уже страшно, ребят. 420 урона. И это всем врагам. Плюс кухня. Ё-моё. Сейчас подумаем. В общем, фиолетовое му, наверное, собирал вот такое. 4000. 4400. Опять кристалл. Нормально. Так, вот так. Да, центр забрали. Выносим. Выносим. А, ну вот так, да. Да, можно так, да, выносим. Так, квинт. По 300 пойдет. Так, пойдет. Ну и давай, Митрин, покажи, что умеешь. По всем врагам. 400. Красавица, короче, молодец. Ну что, 3 надо собрать вот эти было. Поляна зашла. Радугой бы так весело не получилось бы, да? Не везде радуга пригодна. Да, добили, ребят, не напрягаясь. Анатель. Все на 20-х эмках. Фу-фу. Здесь бафы не помешают, да? Ну, второй раз фиолетовые поляну вряд ли дадут. Давайте посмотрим. Ну да, поменьше. Я буду под Джуна копать. Походу не откопал и ребят. Ну да, маловато, вообще маловато. Пу-пу-пу. Запутал немножко полянку. Ладно, троечку настрою. Возьму сначала эту троечку. Блин. Много пролетело. Теперь эту. Могли бы забрать. Опять обман. Ну и чё я горю? И у этого стойкость отработала.
Все, я добираю. Блин, скрипты или как назвать, я не знаю. Ну почему так-то опять, а? Лишняя камешка прилетела, и все. И ты проиграл. Капец, обидно. Давайте с собой побольше заберем. Так, да, добил. Здесь прокинем, может, что вылетит фиолетовое. Нет. Всего-то Ригарда положили. Блин, у зверя, конечно, попадаются. Я в шоке с таких, а. Сколько у него? 4620. Да. Ладно, подтянет. Всем удачи в боях. Всем пока-пока.